Еще одно похожее ДТП произошло на Дусе-Ковальчук. Легковушка протаранила автобус. Молодой водитель госпитализирован с серьезной черепно-мозговой травмой и множественными переломами. В каком состоянии находился владелец Субару, пока не установлено. ГИБДД рассказали, 25-летний мужчина ехал на Субару с Плановой в сторону Красного проспекта. По непонятной причине вырулил на встречную полосу и уже не смог избежать столкновения с пассажирским автобусом. В результате передняя часть Легаси полностью деформировалась. Удар оказался таким мощным, что у иномарки вырвало двигатель. Скорая приехала в течение 5 минут. Инициатор аварии в тяжелом состоянии. Медики пока не дают прогнозов.